Ремонт Лапсарского проезда, замена лифтов, жалобы на перевозчиков и проблемы ЖКХ. Эти и многие другие темы подняли чебоксарцы во время прямой линии сити-менеджера. Какие вопросы Денис Спирин взял на контроль, расскажет Дмитрий Ковалев. Первое. Добрый день, Денис Владимирович. Да, добрый день. Чтобы принять как можно больше звонков, телефон в администрации города подключили сразу к трем линиям. Вместе с Денисом Спириным вопросы от жителей слушали заместители сити-менеджера и начальники отделов мэрии. Я, председатель дома Дементьева-3, хочу обратиться от имени жителей Садового района решить вопрос водоотведения в Садовом районе. Пару дней назад опять Дементьева-3 стали уличные колодцы, и весь подвал дома засорился фекалиями. На неприятные запахи из подвала жители дома по улице Дементьева жалуются давно. Решение проблемы зависит от частной организации, которая обслуживает сети. Денис Спирин пообещал приехать на место и пригласить сотрудников прокуратуры. Горожане жаловались и на лифты, которые нужно заменить. Адрес дозвонившегося сразу же включили в программу. Иногда, пока нужно запчасть привезут, бывает и по 2 недели лифт не работает. Лифтом по 30 лет. На капремонт поставим на 24-й год. Ближайшее свободное время по капремонту. Но опять же таки вы, наверное, знаете, что у нас есть большая программа замены всего лифтового хозяйства по Чувашии и по Чебоксарам в целом. Вот. Так что мы будем все-таки стараться привести полную замену. Жители улицы Пролетарская пожаловались главе администрации на неосвещенные пешеходные дорожки у школ 41 и 55. Сейчас темнеет раньше, на всем пути ни одного фонаря. Денис Спирин предложил адресовать этот вопрос и депутатам по округу. Вообще, в принципе, депутатский корпус на это и существует, чтобы собирать все предложения граждан. У нас есть проекты по освещению таких территорий, я вам сейчас не скажу напрямую, но, скорее всего, и данная территория тоже попадет под эти мероприятия. Прозвучал вопрос и о будущем Лапсарского проезда. До конца этого года, как отметил Денис Спирин, планируют разыграть конкурс и выбрать подрядчиков. Глава администрации добавил, иначе будет только хуже. Чтобы не создавать транспортного коллапса, как на Гражданской, переработают проектно-сметную документацию. Работы могут начаться следующей весной. Коммуникации, которые находятся на Лапсарском проезде, в разы превышали коммуникации, которые находились у нас по улице Гражданской. И если мы сегодня бездумно зайдем экскаватором, начнем процедуру съемки грунта, то мы остановим весь проезд просто наглухо, и движение будет невозможно. Сегодня мы рассматриваем возможность альтернативного пути объезда, это в первую очередь. У жителей Чебоксар есть вопросы и к работе перевозчиков. Так, работники завода «Промтрактор» уже вторую неделю не могут дождаться на остановке автобусы 42-го маршрута. Денис Спирин пригрозил предпринимателям неприятностями. Мне подсказывают, маршрут не изменился, соответственно, это нарушение договора, по которому мы с ними заключили. Мы поставим обязательно сейчас, уведомим владельцев данной организации и поставим на контроль. У нас есть возможности на них привести санкции за неисполнение контрактных обязательств. Обязательно мы их накажем за эти 2 недели. И в последующем также поставим точку на контроль. Опять же таки, да, вы можете обращаться ко мне. Также, отвечая на вопросы горожан, Денис Спирин пообещал рассмотреть варианты троллейбусного маршрута северо-западного района до улицы Гагарина. На бульваре Солнечный, по словам главы администрации, появится еще одна остановка общественного транспорта, дополнительные светофоры и лежачие полицейские. Здесь же запланировано строительство мини-рынка. Как раз сейчас и территорию недавно там объезжали, смотрели, тоже с вами, потом с жильцами свяжемся, будем обсуждать эти моменты. Где бы вы его хотели видеть больше? Опять же, район достаточно активный. И самое важное, что активные жильцы этого района, они постоянно на связи, постоянно и мне звонят. Не каждый горожанин погружал Дениса Спирина в проблемы. Так, дозвонившийся до главы администрации чебоксарец предложил перенести елку с площади республики на залив. Просьба, похоже, запоздала. Сегодня начали собирать каркас символа Нового года на прежнем месте. Прямая линия длилась 1,5 часа. За это время до главы администрации Чебоксар смогли дозвониться 20 человек. Как исполняются поручения, Денис Спирин пообещал контролировать. Дмитрий Ковалев и Георгий Кривошеин. Республика.